накатывают на ворота команды соперника. Барнетта одного обыграл, сделал передачу на Дерди Йока, тот открывался во фланг. Кстати, хорошие передачи швейцарцы делают. Может быть, если бы порезче был тот же Дерди Йок, глядишь, и успел бы к этому мячу. Кармона, центральный полузащитник чилийской команды. Передача на Валдивию. И отменный пас. Здесь успеет или нет? Не успевает голкипер швейцарской команды. Не рискнул. Удар и гол. Все-таки сборная Швейцарии забивает. И делает это Марк Гонсалес. Второй гол российских, представителей российских клубов на чемпионате мира. Лихштайнер проворонил. Чилийцы открывают счет. Неприятности сборной Швейцарии начались даже не с этой передачи. Кстати, было положение вне игры. Абсолютно очевидно. Но не у этого футболиста. У Маурицио Изле. А в отличие от него, Кордоба находился в абсолютно законной позиции. Я думаю, что до конца нужен был голкипер уйти. Лихштайнер рукой правой играть не имел. Паредес. Не Кордоба, Паредес, прошу прощения. От перекладины мяч от...